Kenny's Free Crawler. Тачка с незаурядной внешкой, веющая настоящим в сочетании с элементами будущего. Как такое получилось, я сразу допер. Рождению этого автомобиля способствовало экспериментальный гэнг-бэнг сайте, в котором участвовал новый Ас Патриот, Нива Тревел, Хаммер HX и еще парочка неустановленных концептуальных бричек. В результате имеем сие чудо с вкуснейшим звуком выхлопа, возможно, знакомый тебе по Найтшарку, но не обошлось и без косяков, унаследованных от совковых родятлов, в виде дохлого двигателя, неработающего шноркеля, соединенного с корпусом воздушного фильтра канализационной трубой, и разъебанной подвески с завода. Об этом потрещим попозже. А сейчас пройдемся по тюнечке. На капот имеется возможность установить мухобойку. Второй ее вариант меняется в зависимости от раскраски. Глушак, в виде двух подвальных труб с различным напылением. Бампер меняется только двумя кенгурятниками, поручнем для старух, и СУАЗа Патриот. Решеток дохерища, от Джилет МАК 4, до решеток для защиты ливневок от ног пешеходов. На капот имеется возможность установить столик для попоек в перерывах между охотой или рыбалкой. С раскрасками в большинстве случаев полная муть, то военная хуета для солдафонов, то какая-то наклейка «Защитник лесов». Парочка спонсорских ни туда ни сюда, какая-то прилипшая листва для фаната истребления животных, и ничего такая, а-ля спасатели Малибу, ну там где по пляжу едут, они бегут. Брызговики, да, нет, сделай мне миньет, и я подумаю над этими допами. Крышку багажника, возможно, изуродовать буквами. Подножки представлены кучей ступенек, и решетками от ливневки. По мне так они сюда не вписываются никак. Шноркель, если с завода не установлен, значит не работает. И первый тест на зацепы, будет пройден удачно. В обоих направлениях, виден зацеп бампера, но царапину не оставил. Второй на вывешивание, тоже преодолен, без каких-либо проблем. Ровно как и третий, на клиренсе устойчивость. Только посмотри, как играет подвеска, будто Нива на военных мостах. А четвертый, пятый и шестой, с треском провалятся. Погружение по самую крышу. Двигатель ревет, буквально и фигурально. Седьмой тест на спуск проходит удачно, в большинстве случаев. Далее на подъеме испытываем дикую нехватку мощи под капотом. Будто это какая-то Нива со своим гнилым 80-кабельным недоразумением, с подрубленной понижайкой, пытается выдавить все соки из своего 1,7-литрового пакета сока. Со скрипом пополам, подшкребаемся к восьмому тесту, и проходим подъем успешно, без каких-либо проблем, и с любой попытки. Девятый тест, на подъем с места, также проходит без проблем. Запрыгиваем и буксуем, как кошка, зарывающая катихи под грунт. Десятый на кольцевой грязи мески, проходится, но туговато. Постоянно приходится приотпускать педальку газа, иначе можно сорвать клапан и обдристаться. Также безудержно, как и Добби дрищет больным колом в дипломат. Казалось бы, говно вопрос. Сейчас заеду и пильну пару витков пружинам, а не тут-то было. У тачки просто нет возможности регулировать подвеску. Посему тебе придется постоянно приотпускать педаль, ну или держать курок геймпада недожатым. В противном случае можешь хапануть кульбит, размотавшись на обочине. Я хз, как это работает, раз через раз, раз через пару раз, или полный рандом, но не совладав со скоростью, есть шанс подпрыгнуть и приземлиться как мячик, отпрыгнув в кювет. Также иногда бывает срыв задний осев занос, можно пройти ту его кучу раз один и тот же поворот, и раз через цать раз тебя занесет или развернет. Полный рандом, однако куда лучше, чем постоянные вставания на ребро, как у прочих конкурентов. В целом тачка неплохая, ей подвластно все, кроме воды. Ценник в почти 600 косарей, кажется вполне вменяемым, хотя решать как всегда только тебе. Нормально туши, не жалей пены.